Будь то величественный Ниагарский водопад в Северной Америке, рукотворная античная жемчужина каскада Делла Мармора в Италии, самый высокий в мире водопад Анхель, затерявшийся в тропических лесах Венесуэлы, или грандиозные водопады Игуасу, каждый из них представляет зрелище захватывающее и достоин считаться одним из самых красивых на планете. Водопад Хавасу в Соединенных Штатах – один из тех, кто также претендует быть в списке самых-самых. Водопад Хавасу не отличается особенной высотой или размахом, его высота всего 37 метров и совсем незначительная ширина. Но между тем, этот водопад является одной из самых посещаемых достопримечательностей Большого каньона. И любуясь его изумительной красотой, понимаешь, за что его так любят всевозможные передачи о путешествиях, обложки календарей и журналов, провозгласившие водопад Хавасу жемчужиной Большого каньона. Причина необычайной синевы Хавасу в том, что его воды насыщены карбонатом калия и магния, вымываемым из скальной породы. Круглый год вода здесь одной и той же температуры, 21 градус. Было время, когда Хавасу был фатой невесты. Это было около 100 лет назад, и с тех пор утекло много воды. Тогда он был гораздо шире и действительно напоминал фату. Но случилось крупное наводнение, которое изменило внешний облик, а с ним и название водопада. Так на свет появился Хавасу. Сегодня красавец Хавасу общепризнан и любим. Почти райская местность в засушливой Аризоне заслуженно пользуется вниманием многочисленных туристов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.